Суперкоммуникабельный, эрудированный, вежливый, внимательный. И это далеко не все требования, которые предъявляются к экскурсоводу. Выбрать лучшего из лучших – задача непростая. Стать победителем такого конкурса еще сложнее. Второй год подряд за это звание борются представители сочинских турфирм. Именно этим людям предстоит формировать положительный имидж Сочи как курорта мирового уровня. Традиционно мы собираемся с санаторно-курортной экскурсионной отраслью города Сочи для того, чтобы определить лучшего из лучших в части проведения экскурсии на территории нашего города. Это конкурс абсолютно открытый, в нем могли подать заявки на его участие абсолютно любой сотрудник, любой из экскурсионных фирм города Сочи. Критерии очень простые. Это опыт работы и регистрация на территории города Сочи. Чтобы побороться за звание лучшего, заявки на участие подали 10 экскурсоводов ведущих фирм города. Задания были непростые. Конкурсантам предстояло рассказать о любом предложенном объекте в номинации «Природные богатства Сочи». А в конкурсе «Загадка» нужно было описать объект, не называя его. Также участникам предложили представить жюри небольшое эссе, рассказав о своей профессии. Я с гордостью могу сказать, что я экскурсовод города Сочи. Город Сочи влюбил меня буквально с первых минут пребывания здесь. Меня привлекла невероятная бирюза нашего моря, невероятно вкусный запах, напитанный ароматами приморских цветов и обилие улыбок на лицах людей города. Компетентное жюри, состоящее из профессионалов отрасли туризма, оценивало участников по бальной системе. Абсолютным лидером и победителем конкурса «Лучший экскурсовод города Сочи 2019» стала Анна Кунина, представившая турфирму «Ривьера Сочи».